Строгие костюмы они сменили на нарядное платье, а вместо школьной указки в руках букеты цветов. В преддверии Дня учителя во Дворце культуры нефтепереработчиков поздравили лучших преподавателей Мозырского района. Почетными гостями на празднике стали несколько сотен педагогов. В первую очередь хочу вас всех поблагодарить за ваш труд, за ту работу, которую вы проводите. Сегодня на ваши плечи ложится практически вся составляющая идеологическая Республики Беларусь. Ведь как вы воспитаете детей, какой путь наставления вы дадите им на будущее, такое сложится у нас поколение. Так мы будем жить и трудиться. Для каждого из присутствующих в зале школы и детские сады – второй дом, а ученики от мала до велика – вторая, не менее любимая семья. Оценку многолетнего труда и высокого уровня мастерства лучшие педагоги района получили от Министерства образования Беларуси, Гомельского облсполкома, Мозырского исполкома и Совета депутатов. Учитель русского языка и литературы Государственного учреждения образования Руднянская средняя школа Мозырского района. Ашкенезер Елена Валентиновна, учитель-дефектолог Государственного учреждения образования Мозырский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. В сфере образования Мозырщины трудятся порядка 4500 специалистов. В День учителя принято говорить о достижениях и наградах. Не секрет, что преподавательская система региона всегда была и остается на высоте. Наш отдел самый большой в Мозырском районе. И численность его 4500 человек. Вдумайтесь в эту цифру. 4500 человек. И за каждым из них стоит отдельная судьба ребенка, отдельная судьба какой-то семьи, отдельное решение сложной жизненной ситуации, получение глубоких знаний, поступление, разочарование, какая-то беда, радость, первая любовь. Учитель везде, он на протяжении всей человеческой жизни, и мы никогда не останемся с вами одни, даже в самой маленькой деревне, в самом маленьком населенном пункте, где за партой сидит два ребенка, учитель для них – это Бог. Это путеводная звезда, это ниточки, которые связывают ребенка с окружающим миром. Истинную миссию учителя не изменит ни технический прогресс, ни инновационные разработки. Передача знаний, воспитание нравственности и чувство собственного достоинства – вот всего лишь некоторые задачи из длинного списка. Педагог 21 века идет в ногу со временем и сохраняет хорошие традиции. Такая работа не остается без наград, а главное из них – уважительное и трепетное отношение учеников и их родителей. Каждый из нас передать вам готов. 1000 добрых и ласковых слов от вас от вчерашних, от нынешних, от завтрашних ваших учеников. Осыпаны цветным дождем букетов и озаренным блеском сотен глаз. Прими, учитель, не слова привета, а счастья души от благодарных нас. Мы сегодня от имени каждого сердца, от имени юности нашей счастливой, от имени нашего звонкого детства вам говорим спасибо! Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».